бросила. А мы сегодня водим, гуляем по набережной, изменяем Новомихайловскому. Вот там великолепная. У нас в Новомихайловском сегодня, просто я думаю, там будет. Тоже может, сходим, может, попозже посмотрим. Ну да, сейчас здесь прогульнемся. Может, там еще и на... Потом. Скорее всего, сходим и в Михайловку. Там очень много народу сегодня. Я ушла в центр там, и люди шли с детьми, с колясками, машины ехали. То есть там Краснодарский край сегодня в Михайловке, это точно. Тусуются. Тусуются. Ну, на море. Близлежащих. Отдыхают также, сидят, выпивают, мясо там жарят. Так что сейчас мы пройдемся по набережной Ольгинки и сгоняем все-таки Новомихайловский. Ну и так-то у меня в планах, конечно же, выпить бокал гранатового вина. Нет, мы сейчас с тобой приедем, машинку поставим, пойдем в магазин, пойдем на море. Мы не дома будем, мы на море сидеть, Снежан. Что дома сидеть в этой холодной кухне, блядь? У меня. Я имею в виду. Это теплая кухня. Ну а что, мы посидим на море сейчас. Время сколько? До 6-то еще можно путь. Ну все, хватит уже трындычать. А ты снимаешь? Конечно. Др-др-др-др-др-др. Я думала, ты все. Ты сказала, поедем. Все. Михайловку на море и выпьем. Сейчас я ей замок повешу на рот. Да, вечером. Ей только давить. Будем петь. Давить ей только слово, все, не остановить. Вечером. Не, я Снежане предложила, давай будем петь вместе. Я тоже хочу петь. Я же тоже пою. Она сказала. Тогда будут люди присылать деньги каждый по 100, по 500 рублей, чтобы ты не пела. Певец-то еще тут, конечно. Медведь-то мимо нее не прошел. Он ей на ухи. Причем на ухи и на обои наступил. Да, я вот Снежану-то слушаю, заслушиваюсь просто. Она когда начинает мне подпевать, я просто... Ухожу подальше, убираю микрофон. Спасибо! Спасибо, спасибо. О, очки черные, не хочешь купить? А я дай какие-нибудь пострю. У меня мало очков. Я же... Ну, подожди, я посмотрю. Ну, таких-то у меня точно нет. Вот такие вот. Ну, дай померю. Ну, а ты все очки идут? Ей все. Мне все очки не идут. Мне тоже. А ей все очки идут. Под лицо все к лицу. Ну, у меня вот те розовые, это ведь наподобие что-то. Да, да. Вот эти ничего такие. Ну, дай я тебе померю. Я не люблю, я люблю со стеклянными, чтобы не потело. Чтобы тело не потело. Где я-то, господи? Я-то где? О, нет. Ну, когда я их померю? Подержи. Вот эти подержи. И вот эти. Ну, видите, неплохо. У тебя все идет, я тебе говорю. Все кутрачки у тебя есть, тебе все идут. Розовые, как у меня, на подобие. Да. Так бывает, лицо универсальное. Да. У меня универсальное лицо. Пошли. А у меня рыженькие. Можно рыженькие очки найти? Вот, рыженькие. А вот эти по 700. Рыженькие, наверное, мне пойдут, да? Ну-ка. Да. Вот это твой, да. Ну, посмотрите, как тебе хорошо. Что, ты очки решила купить? Ну что, пусть купит. Да? Не знаю. Они хорошо, и дай написанькое, да? О, боже,
краски, хоть темные, хоть светлые, хоть прозрачные, хоть такие. Хоть розовые. Зеркало постричь. Анна. Ну что, мне взять эти очки? Где? Вот эти. А вот такие, не хочешь померить? Такие. Вот я на них тоже смотрю. Ну, попробуй. Сейчас мне плохо. Давай, сейчас подкнем. А вот это мои. Обратно. За 250 рублей. У тебя ушки? Ну-ка. Тоже нормально. Да. Ну-ка. Это тебе эффектно. Потому что у нас прям классно. Вот эти, да? Тоже ничего. Ладно. Лето еще впереди. Еще миллион соблазнов. Но вот эти-то точно мне очень понравились. Розовенькие. А я не знаю. Пошли. Все, меня зовут. Так, услышали, завтра опять начинаются дожди, холода. Да, сегодня вот такой денек. Выходная, первый праздник. Новый год работала, старый Новый год работала. 23 февраля опять она трындычит. А сегодня 8 марта, сегодня я отдыхаю. Завтра опять я работаю. Вот 161. Я вообще работаю 7 дней в неделю. 5. Да каких 5-то? И в субботу, и в воскресенье тоже там же. Сиди дома. И ничего. Тебе же дома не сидится. Так, за вами ведь только глаз да глаз. 154-й регион. Это какой? Я не знаю, что это. Подскажите, 154 какой? Что за регион? Почему? Да, ты... В общем, девахи у меня возмущаются, говорят, что таких цен на очки нету. Да, тысяча. Которыми первые мерили, очков, а потом 700. И, в общем, говорит, им красная цена 300-500 рублей. На Валберес... Это ж не стекло. Классик. На Валберес опять закажешь, там не померяешь, ведь идет тебе или не если идет. Если померили, узнали, вот что померили, идет. Вот померили, я говорю, а мы пошли просто пройтись. Ну, здесь аквапарк. Пойдем? Ну какой аквапарк-то сейчас тебе работает? А что, для нас? Ага. Вот я так понимаю, вот это проход сюда, на центральный пляж. Да. Да? Это от Сбербанка. Оттуда, от Сбербанка. От Пятерочки. Вот мы сейчас пойдем до Пятерочки, потом... Да не пойдем мы до Пятерочки, раньше мостик. И узкие мощеные... Улочки. Вот 40-й регион проехал. О, боже мой. Это кто? Это 40-й регион. Ну, хотя, с другой стороны, у меня тоже на машине не 123-й регион. Да. Но это ведь ни о чем не говорит, что я сюда приехала сегодня. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. А? Вот в Ольгинке есть аквапарк. В Новомихайловском нет аквапарка. Сдаются номера, видимо, стоит предъявить пропуск. А, ну вот сделаны гаражный кооператив, раньше был, сейчас выстроены. Здесь работают все радиостанции Советского Союза, все ларьки, все открыто. Сегодня 8 марта, напоминаю. А мы зашли, вот машина вон там, на той стороне у нас стоит. Туда мы припарковались, подъехали. Ольгинка так-то тоже очень большая, только мы сами в прибрежной зоне все время крутимся в одной и той же. Хорошо. В общем, будем выезжать, наберем. Будем подъезжать.
поступают предложения пожарить мясо, но уже в Новомихайловском. Знаете, куда у меня? А, они пошли к машине. Лена, дай я кошкам отдам, там у меня колбаса. Что-то мы никого не встретили на своем пути. Достань колбаски. Это хлеб. Сейчас. Ой, подожди, одинаковые. Ты мама, что ли, с дочкой? Почему мама с дочкой? Это беременная Снежка. Да что я знаю. Такими кусманами я, конечно, нарезала. Так что я для собак резала. Погрызу, посмотри, как я. Не очень прихотелось им. Будем надеяться, что собаки подгрызут. Ну, там две-то едят. Ну, а мы прогулялись по Ольгинке. Все работает. Ребята, погода, конечно, сегодня просто праздничная для женщин. Вернулись в свой родной Михайловский, Ново, мимо парка Юность. Народ везде, конечно. Все вот отлично. Кто-кто? Перед два домика. А, вот стояли эти? Несколько лет, прям серые, забыл, как все, недострой. Да, ну вот их продали, наверное. Да. И достроили. Сейчас шли с Леной, очень много домов выросло. Прямо вот очень. Прямо растут и растут, как грибы. Невзирая ни на что. А это вот достопримечательность нашего поселка. Вот такой вот дом. Вечером светится разноцветный. Да, с живой изгородью. Подходим уже к мосту, и такие все, и очень жарко, ребята, идти. Ветра нет. От слова совсем. И, блин, уже идем и думаем, может где-то здесь, вот прям вот здесь вот сесть на лавочку. На речке сесть. Ну что, намело палок. Палок всего. Вон все люди возвращаются уже. Порядочные-то. Шли-шли, поняли, что сегодня на море мы уже были в Ольгинке. И что хочется где-то уже сесть и просто посидеть. По бокалу шампанское выпить и идти отдыхать. Завтра рабочий день. Такой веселый. Да что-то себя как-то неважно чувствую. Вот. И вот этот дом строителей 11. Кстати, здесь очень много продается этих Елена Васильевна. Елена Васильевна. Посмотри. Пытается что-то там открыть. Вот так надо дворить-то было. Мы вспомнили, что он здесь. Я сюда приходила в гости. Мы здесь сидели. Вот видите, какая территория. Тут у них своя мангальная зона. На грязно. Мангалы защита, да? Ну, дому принадлежат. И люди могут здесь. Мы здесь раз девчонками сидели. Чистенько. Вот уже никто не знает друг друга. Кто где живет? В общем, решили мы не ходить, да. Да. Единственное, как бы нам не сказали, вы из какой квартиры? Кто? Люди. Например. Скажут, из какой квартиры? Уходите отсюда. Никто не